Это да. Ой, что это? Итак, победители стирателей это... Всем привет-привет, мы на канале... Ромарики. Надоели обычные распаковки? Тогда давайте устроим сегодня челлендж. В этой баночке пакетики из разных акций. На лента... Скрепыши и стиратели 2 из пятерочки. По очереди закрытыми глазами достаем из баночки пакетик, определяем, что это за акция, говорим плюсы или минусы этой акции, чем она нам понравилась или чем она нам не понравилась, и пытаемся угадать, кто же прячется в этом пакетике. Игрок, угадавший большее количество фигурок, получает вот такие кукурузные палочки и неоновые палочки с «Как приручить дракона 3». Поэтому получается, что сегодня челлендж, в котором будет и распаковка, и сравнение акций. Поэтому все, кто правильно ответил вчера в нашем сообществе до 12 часов ночи и в нашем инстаграм, сейчас получат звуковой приветик. А пока мы будем его передавать, скорее проверяй, подписан ли ты на наш канал и нажал ли ты колокольчик. А также ставь скорее лайк и участвуй в наших конкурсах. Дарим папашича 50 скрепушей и даже юбилейного копию. Подсказки на эти конкурсы в конце этого ролика. А приветики сегодня получают Виктория Федорова, Дарья Крашенинникова, Сергей Журавлев, Аделина Полуянова, Соня Сафронова, Елизавета Карпенко, Титан Джи-Джи, Анна, Диана Фетисова, Виктория Соколова, Даша Кул, Никита и Миша Просеменов, Ира Иришко, Наталья Ефимочкина, Дарина Некрасова, Крейзисон Артем, I Like Toys, Лена Мубаракшина, Елена Лугова, Алина Бухмина, Милана Ахметова, Света Рябчикова, Ольга Зеленская, Настя ТВ и девчонки из Инстаграм Каролина Игнатова и Даша Лав 0104. Девчонки и мальчишки, всем привет! А если ты хочешь звуковой привет в следующем видео, смотри это видео до конца и выполни задание, которое будет в этом ролике. Тяни. Не лента. Хорошо. А как ты думаешь, что там внутри? Блинчики. Блинчики? Да. Как ты так сразу определил? Ну, чай! Чай! Ты ошибся! Это был чай! Ричард со львом! И опять это уже у нас очередная повторка. Нет, мне эта акция понравилась, потому что эти лягушки красивые и похожи на настоящие. В ними можно играть в магазин. Итак, выбираем. Ой. Ну, это пятерочка, я как раз так не хотела, чтобы она мне попалась. Итак, это что-то очень большое у него лицо. Голова большая и большие мышцы. Я думаю, что это Халк. Открываем. Халк? Да? Вау, Халк! А что ты мне не говоришь, что это Халк? Мне эта акция нравится тем, что этих стирателей можно купить на кассе за 49 рублей. И, таким образом, эту коллекцию можно очень быстро собрать. Какой магазин? А, лента! И что там внутри? Детский порошочек. Да? Ну давай попробуем. Ты так быстро говоришь свои версии, а потом оказывается, что там другой. Ты так не спеши. Может быть и другой порошок, Ариэль который? Ну и так, внимание, внимание, что... Ой, Русланчик, ну реально как... Ничего себе. На этот раз твой быстрый ответ был удачным. Мне не нравится эта акция, потому что нужно потратить много денег, чтобы получить один пакет. И на кассе их нельзя купить. Тоже мне попадется. Опять пятерочка. Плечи маленькие, но мускулистые. На голове. О, я прощупываю, как или рожки, или как ушки. Это черная такая с ушами. Человек-пантера. Открываем. Я прям вообще... На ощупь хорошо определяю. Да, ребята, это черная пантера, это повторка, которую мы отправим и разыграем. Кстати, конкурс на остальные повторки сегодня объявим, тоже дождитесь конца. Мне эта акция не нравится тем, что фигурки одинаковые по значению, нет каких-то особенно редких или тех, за которые дают призы, как, к примеру, это было с юбилейным скрепушом. Стиратели 2, ну, да. Да, это, наверное... Это будет сложно Руслану сделать. Это, наверное, не было. Не было? Ну, давай проверим. У Небыла вообще маленькая голова должна быть. А это кто? Человек-паук. Человек-паук? Вообще-то нет.
Это железный человек. У него голова немножко больше, чем у Небулы. Мне нравится вот эта акция, потому что ними можно играться. И до них есть пенал. Ну давайте немножко разнообразим и выберем скрепышей. Так, круглый, но что-то сбоку с одного торчит. Я предположу, что это веселыш. Открываем. Ух ты, запечатали, как будто бы там юбилейный, что ли. О, есть. Ой, нет, ребят, это дизлайкыш. О, я не угадала. Эта акция мне не нравится, потому что юбилейных очень мало. А если он тебе попадется, то за телефон или за колонку тебе придется в налоговую платить 35%. Я считаю, что это нечестно. Это скрипыш. Я думаю, что это дизлайкыш. Опять дизлайкыш? Да. Думаешь, нам два раза подряд дизлайкыш попадется? Нет! Ой, кто это? Эта акция мне нравится, потому что там есть любим. Еще я рад, что я всю коллекцию собрал. Итак, ну эта лента картонная, длинная, узенькая. Это блинчики. Сейчас проверим. Ой, я угадала, реально. Мне эта акция нравится тем, что можно будет выиграть призы. Зарегистрировать свою карту на сайте minilenta.com. И если ты совершил покупку от 1000 рублей и выше, то ты становишься участником и можно выиграть призы. А они есть на сайте. Ссылочку оставим в описании. Чилось. Это скрипуш. Ну да. Кто-то это кругленький. То есть не кругленький, а такой... У него по бокам что-то такое. Это, наверное, цветыш. Цветыш? Давай. Да! Вау, ты угадал! Ничего себе, Русик! Ты меня удивляешь, если честно. Мне нравится эта акция, потому что скрипыши можно использовать. А еще можно их купить на Авито. А сказать однозначно, какая акция лучше, это очень сложно. Давайте это сделаете вы. Напишите в комментариях, какая акция лучше или худшая, и почему. И 10 подписчиков, которые оставят большее количество комментариев с причинами, получат звуковой привет в следующем видео, как это мы делали в начале этого ролика. Акция в пятерочке уже заканчивается, а у нас остались еще несколько пакетиков, которые давайте мы сегодня раскроем и, возможно, дополним нашу коллекцию, либо наши повторки. Этих мы сегодня разыграем, это наши повторочки новенькие, а это с прошлого конкурса. Кстати, один победитель еще не объявился. О, а это Халк. И это повторка, которая отправляется в конкурс. Повторка. Повторка. Это воин. Кто не успел его найти, обязательно участвуй. Следующий. Вау, Руслан! Так это же Человек-муравей! Вау. Круто! Смотрите, ребята, нам как раз таки его не достает. Это же не было! Это наша первая, единственная на данный момент. Это киборг не было. Наша коллекция все так прям быстро и быстро заполняется. Осталась перчатка и Человек-паук. А, кстати, Человек-паук у нас уже есть. Нам его подарила одна подписчица. Спасибо большое, Валюша. А это Тор. И это Человек-паук. А перчатку бесконечности так нам и не удалось найти. Ребята, если кто готов поменяться, мы готовы обменять наши фигурки. Но добавим с сегодняшней распаковки наших стирателей. Та-да-да-дам! Конкурс! Объявляем конкурс на повторки. Выберем 4 победителя. Каждый выберет по 3 фигурки. Если хочешь участвовать, подписывайся на канал и жми колокольчик. А также напиши 5 комментариев с использованием имен своих любимых героев из этой акции. И следи за выпусками. Результаты объявим в одном из роликов. А теперь итоги конкурса. Выберем 4 победителя, каждый получит по 2 повторки. Условия были связаны с голосованием в Инстаграм. Но так как Инстаграм есть не у всех, мы выберем 2 победителей, у кого есть Инстаграм.
и двоих, у кого нет. Выбор победителей мы доверили программе. Итак, внимание на экран. Победители без Инстаграма — Слава Кью и Вадим Саблин. Победители с Инстаграмом — Глеб Про Дубинка Офишл и Варя Медведева. Поздравляем вас! Скорее пишите нам ВКонтакте или в Инстаграм. Выбирайте две фигурки и ждите от нас посылочку. Итак, участвуй в наших конкурсах. Дарим папашича 50 скрипышей и юбилейный копию. Участвуй и выигрывай. Удачи тебе! Пока-пока!